Плохая погода – не повод есть печеньки и отменять тренировки. Собираемся с мамами в любом помещении, берем детей и работаем. Боли в спине или голове – это очень частое явление у мам. Сегодня мы покажем, как можно бороться с этими недугами без таблеток и мази. Начинаем с разминки. Это упражнение называется «Кошечка». Очень эффективно для спины. Не забываем и о прессе. Упражнение «Велосипед» самое эффективное для мышц живота. Полезны и другие. Берем на заметку и эти движения. Делаем два подхода по 10 раз. Спина и голова вам скажут спасибо. Именно эти упражнения мы рекомендуем иметь чувствительным людям, особенно в такую погоду. Светлана Мату, Сергей Кондаков, Тюменское время.